29 липня в Україні розпочали кампанію з вакцинації від дифтерії та правця. Переважна кількість дорослого населення країни не має щеплення, кажуть фахівці. Між тим, ці захворювання є дуже небезпечними. Дифтерія і столбняк – це крайні серйозні захворювання, які, к сожалению, в 90-95% случаев приводят к летальному исходу. То есть эти заболевания, во-первых, они лечатся крайне тяжело, и даже если обеспечено все необходимое медицинское пособие, то есть все препараты, весь адекватный уход, своевременно госпитализирован пациент и так далее, к сожалению, процент летальности достаточно высок. Процент контагиозности, то есть процент заражения этим заболеванием, ну, практически 95%. То есть если вот 95 из 100 человек проконтактировало, 100 человек проконтактировало, 95 из них, к сожалению, с большей долей вероятности заболеют, если они не были вакцинированы. Вакцинация, в свою очередь, дает 80% вероятность защиты организма от этого заболевания. Обов'язкове щеплення було запроваджено, аби попередити можливі спалахи. Та не слід панікувати. К счастью, дифтерия и столбняк – это два заболевания, которые относятся к так называемым управляемым инфекциям. То есть это те инфекции, которые поддаются определенному контролю со стороны медработников, общественности и определенных санитарно-эпидемических норм. Вакцинация от дифтерии и столбняка, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины, она входит в календарь обязательных вакцинаций. Щеплення від дифтерії повинні отримувати усі – і діти, і дорослі – протягом усього життя, кожне десятиліття. До 16 років за вакцинацією слідкують педіатри, далі – самі громадяни. 26 років, як правило, вже не знаходиться під яким-либо наблюдением. Вот. И банально сменив место жительства, мы не можем разыскать в дальнейшем этого человека. Сейчас это уже, к счастью, немножко проще будет делать. Почему? Потому что, опять же, есть так называемая единая электронная база пациентов, у которых есть декларация с семейным доктором, где фиксирован номер телефона, и этого пациента действительно можно будет разыскать, по крайней мере, по номеру телефона и предложить ему этот момент вакцинации. Найлегший засіб захисту від дифтерії та правця – це провести щеплення. Якщо в 16 років була проведена, вот, закінчена була плановий, обов'язковий календар вакцинації, то, відповідно, в 26 років виконується однократно цербірована дифтерійно-столбнячна модифіцирована вакцина. Переноситься достаточно легко. Если же мы не имеем данных о том, что вот в 16 лет была сделана вакцинация, да, или человек, допустим, не помнит, нет у него медицинской документации, тогда в данной ситуации для того, чтобы исключить момент недовакцинирования, то есть чтобы не нарушить алгоритм введения вакцины, вакцина выполняется трижды. То есть делается первая доза, вторая доза делается с интервалом в один месяц, и третья доза вводится с интервалом в полгода от второй. В последующем, опять же, один раз в 10 лет. Лікарі радять проводити щеплення всім дорослим віком від 26 до 65 років. Головне – бажання. Акцентую внимание на то, что в нашем центре выполнение вакцинации дифтерия и столбняк абсолютно бесплатно. То есть пациенту не нужно ничего, то есть нужно только желание и прийти к доктору на прием. Как проводится сам механизм вакцинации? То есть проводится обычный стандартный клинический осмотр, пациент заполняет юридический такой вот небольшой документик, как добровольно информирована сгода на проведение вакцинации або щеплення. Вот, или в сопровождении медсестры, или в сопровождении доктора в маніпуляційному кабінеті виконується ця вакцина. Отож, приходьте до свого сімейного лікаря. Для зручності можна заздалегідь зареєструватися на прийом та подбайте про власне здоров'я. Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.